Недавно слышал такую замечательную новость, просто вы не представляете, что придумали эти англичане, господи. Эти же англичане, они просто на выдумку просто хитры. Это вам не в театре играть, это педали крутить. Они придумали машинку для бега. Я даже стесняюсь назвать это... 12 июня. Позвольте, я скажу, да? Вы не обидитесь? Нет. Велосипед. Ой. Велосипед, вы себе представляете? Просто поставил между ног и побежал, куда тебе хочется. 10 километров не каждый сможет. Глупые англичане. Нет бы сесть на коня, убежать куда надо, в поле там посмотреть, там что-то. Шашку на голову, вот это для меня я бы. Берем всю семью. Знаете, в этом что-то есть. Да что? Оно между ногами. Контролировать это все и вкуть. Да. Ну, тогда у меня для вас есть сюрприз. Да? Мадам. А, позвольте вас пригласить 12 июня на Стефановскую площадь на велоночь. Будет интересно. Начало регистрации в 17:00, а старт в 19:30. Вы со мной? Да. Поехали. Главное, Евстигнемна. Велоночь. Все на велоночь. Господи, я с вами. Ну, чего? Так и 12 июня я тоже с вами. А, друзья мои, все с нами 12 июня на велоночи. Это вам не театр, это велоночь.